друзья, доходит потихонечку детская одежда. В сегодняшнем обзоре штаны для осенне-зимнего периода. Сантиметров. Материал 100% хлопок. Темно-синего цвета, спереди два кармашка, эластичный пояс, снизу у штанин резиночки, на рисуночке автомобиль, тканевый, пришитый, сшитый отлично, ниточки не торчат. Размер 6Т на рост 116 сантиметров, ткань 100% хлопок. Эти штанишки тоненькие, приятные к телу, серого цвета. Снизу на резиночках. Пояс упругий, тоже на резинке, швы аккуратные. Размер 5Т на рост 110 см, 100% хлопок, темно-синего цвета с машинками, тоненькие, приятные, внизу на штанишках резиночки. Размер 5Т на рост 110 см. Состав ткани 95% хлопок, 5% спандекс. Эти штанишки тепленькие, на поясе упругая резиночка. Впереди два кармашка, на рисунке олух из мультфильма «Холодное сердце». Сзади еще один кармашек, пошив отличный, как всегда, эта фирма радует нас и наших детей. Качество, размер 6Т на рост 116 сантиметров, состав ткани 95% хлопок, 5% спандекс, на поясе трикотажная резиночка, можно носить ремешком. Спереди и сзади кармашки для удобства, на рисунке снова олаф, любит эта фирма сказочных героев из мультфильма «Холодное сердце». Ну что ж здесь поделаешь, пошив как всегда порадовал, ниточки не торчат. Ссылки на товары смотрите в описании под видео, проходите по ссылочкам, выбирайте детям качественную одежду по доступным ценам. Много пробовали в Китае заказывать детскую одежду, приходили не очень качественно, расстраивали, пока не нашли этот бренд много.
Благодарим вас за просмотр, ждем от вас лайков и комментариев. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!